Из Румынии походом шел Дроздовский славный полк для спасения народа, исполняя тяжкий долг. Для спасения народа, исполняя тяжкий долг, генерал Дроздовский гордо шел с полком своим вперед. Как герой он верил твердо, что он родину спасет. Верил он, что Русь святая погибает под ярмом, и как свечка восковая догорает с каждым днем. Верил он, настанет время, и опомнится народ, и он сбросит свое бремя, и за нами в бой пойдет. И он сбросит свое бремя, и за нами в бой пойдет. Пусть вернемся мы седые от кровавого труда, над тобой взойдет Россия, солнце новое тогда. Над тобой взойдет Россия, солнце новое тогда. Из Румынии походом шел Дроздовский славный полк для спасения народа, исполняя тяжкие